А вот, так, статуя Дель Дио Бес, Вилла Палумбара, помните, там две такие стоят? Так вот, вот одна из них, третья, видим, там две, если они оригинальные, если там оригинальные, то здесь третья. И где еще, я не знаю, но это у нас первый-второй век после Рождества Христова. Дио Бес. Интересно, что у него то ли рот от ушей до ушей, то ли это, не знаю, разновидность, а знаете, рот закрывать шарик, а это ремни кожаные, хрен его знает. У него есть медальон, причем. Да-да, видишь, говорят, что знаменитые божества. У него ведь на крылья, видите, как у него мышцы, рельеф, это мышцы или нарост, или это крылья, я не знаю, но он интересно. Это нечто, знаете, здесь по этой скульптуре, в принципе, можно фильмы фантастические, либо ужасов, так как, ну, необычных существ, то изображать, то в античные времена уже изобразили много существ, выдумали, которые уже ничего не надо придумывать, в общем-то, проще говоря.